назван самый симметричный член королевской семьи. Принца Гарри назвали самым красивым молодым мужчиной в королевской семье благодаря симметричности его лица. Об этом сообщает Daily Mail. Руководитель Центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лица всех молодых людей из семьи с правилом золотого сечения. Черты лица принца Гарри набрали 81,4%. Герцог Кембриджский Уильям отстал от брата на 0,5%. Его подвело чересчур продолговатое лицо. Сын принцессы Анны 40-летний Питер Филлипс получил 84%, а муж Зары Филлипс и звезда регби Марк Тиндалл 76,7%. В марте хирург Де Сильва проводил аналогичное исследование среди женской половины семьи. Пропорции невесты принца Гарри Меган Маркл получили 87,4%, Кейт Миддлтон 86,8%, Зары Филлипс 81,6%. Золотое сечение – математическая пропорция, разработанная древними греками для измерения красоты. Леонардо да Винчи использовал это соотношение для создания рисунка идеального мужского тела в витрувианском человеке. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.